Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Для тех, кто соскучился по украшениям, показываю мои новые творения. Это осеннее колье из яшмы мукаит. Яркущие желтые цвета от бледно-желтого до темно-коричневого. Тут и оливковые, и терракотовые, и горчичные. В общем, все цвета осени. Вот эти резные листики, это тоже яшма. Посмотрите, как они сделаны бесподобно. Нежные, из камня. Вот так вот вырезать из камня. Это не я вырезала. Я до такого еще мастерства не дошла. Но листочки, я вам скажу, просто шикарные, изящные. И сережечки. Вот такими гроздями собрала я серьги. Комплект получился замечательный, осенний, позитивный, успокаивающий. Такая красивая, богатая осень. На цепочке колье и застежка карабин. Еще я вам покажу два осенних комплекта. Здесь граненый бочонок посредине. Это тоже яшма мукаит. Он в шапочках. И дальше собраны гроздьями. Гладкая галтовка. Ремешочек из яшмы. И вот такой красивый цветок карабин. Это немножечко другой вариант. Тоже яшма. Здесь по центру бусины собраны в жгут. И круглые бусины яшмы в шапочках. Застежка такая же. Вот такие два осенних браслета. И еще вам покажу нежный комплект из аквамарина. Все бусинки шарики. Одни бусинки чуть покрупнее. И как разделитель я поставила поменьше бусинки. По центру вот такую гроздь повесила. Как виноград. И на браслетике точно такая же гроздь, но только поменьше, полегче. И вот такие сережки. Из мелких бусин. Маленькие, легкие. Вот такая вот водичка в бусах, аквамариновая. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока. До встречи в следующем видео.